Сегодняшний институт Санкт-Петербургской НИИ фтизиопульмонологии многопрофильное учреждение, не только хирургической направленности, но в нем представлено по меньшей мере 10 профилей. Мы располагаем двумя детскими отделениями. У нас есть профили общая хирургия, урология, гинекология, офтальмология, два отделения хирургии позвоночника. Формально они ортопедические, одно отделение костно-суставного туберкулеза, одно отделение дифференциальной диагностики и отделение осложненных форм туберкулеза. Эти отделения сегодня, может быть, отличаются от других отделений. То, что мы делаем все, что делают другие отделения, но умеем это делать при инфекциях. Наш институт сегодня остался единственным учреждением Российской Федерации, которое оказывает помощь при всех формах туберкулеза, включая детский, взрослый, как легочный, так и внелегочный. Гордостью нашего института является наше детское хирургическое отделение, правильно сказать, клиника детской хирургии, которую возглавляет профессор Мушкин Александр Юрьевич. На сегодняшний день, наверное, мы должны говорить о том, что институт превратился в настоящее многопрофильное лечебное учреждение, а скорее сказать, диагностическое и потом уже лечебное учреждение, которое работает под лозунгом «Мы можем все, включая туберкулез». И очень многие больные, придя к нам с диагнозом туберкулез, мы диагностируем у них другие заболевания, хирургическую помощь, которую мы тоже можем оказывать. И больные просят нас выполнить эту операцию, но не все подпадает под то, что называется квотируемые операции. Вот. И вот в этой части благодарность фондам, которые помогают этим пациентам и нам, разумеется. Если касаться тех детей, которые были оперированы при поддержке фонда, это совершенно разные дети, да? все четыре ребенка. Даша Ткачева. Даша Ткачева была несколько лет назад оперирована в одном из медицинских учреждений Санкт-Петербурга по поводу опухоли позвоночного канала. Но в этой ситуации при абсолютно грамотно сделанной нейрохирургической операции у нее стала развиваться деформация. Стал вопрос о необходимости спустя какое-то время, это было уже больше года, исправить деформацию и зафиксировать позвоночник. Ну вот мы провели эту операцию. Лак-Грудзинский – это травма, кататравма, то есть падение с высоты с переломом седьмого шейного позвонка. Позвонок в результате травмы ушел в позвоночный канал и сдавил элементы, проходящие здесь спинного мозга. Ребенку была выполнена реконструкция позвоночника. Это убирается. Кости, которые ушли в позвоночный канал, освобождается спиной мозг, и выше и ниже лежащий позвонок стабилизируется своей косточкой и дополнительно пластинкой. Вот что ему и было сделано. Ребенок был оперирован в периоде новорожденности по поводу спинномозговой грыжи. Большая, тяжелая, с вовлечением многих структур спинного мозга, это порог развития, да, порог развития, и, к сожалению, из-за этого потерявшая функции нижних конечностей. Девочка, которая не могла сидеть. В корсете она не могла сидеть, потому что из-за деформации позвоночника корсет начинал натирать кожу над вот этой деформацией. И встал вопрос о том, что ей нужно создать так называемую внутреннюю опору. Что ей было сделано? Девочка смогла сидеть. У Саши Зубков это перелом позвоночника у мальчика, который получал лечение по поводу злокачественной опухоли другой локализации. У него патологический перелом одного из поясничных позвонков. Мы полностью убрали этот позвонок. Заместили спереди, сзади, зафиксировали, и он с точки зрения вот мобильности, у него все очень хорошо. Я хочу выразить огромную благодарность фонду, всем миром, потому что, по крайней мере, ну вот эти вот четверо детишек получили помощь за их средства. И, знаете, помощь всегда конкретна. И
если есть хотя бы один человек, который может сказать этому фонду спасибо, это уже много. А тут их целых 4, и только в нашем учреждении.